По уже сложившейся традиции 12 декабря, в День Конституции Российской Федерации, прошло торжественное вручение паспортов юным гражданам нашей страны в рамках всероссийской акции «Мы – граждане России». Главный документ гражданина страны – паспорт. Ребятам, которым в этом году исполнилось 14 лет, в торжественной обстановке лично вручал глава города Александр Берсенев. Сегодня День Конституции, которая была принята 12 декабря 1993 года. Ей сегодня ровно 25 лет. Я хотел бы вам пожелать, чтобы действительно вы стали достойными людьми нашей Родины, да, нашей России. Кто-то будет из вас учителем, кто-то строителем, кто-то гидротехником, да. Но самое главное, чтобы вы были и оставались все время людьми, честными, добросовестными. Служили нашей Родине. Паспорта вручили шестерым ребятам. На торжественной церемонии присутствовали родители школьников и сотрудники отдела МВД России по Славянскому району. Поздравляю. Вот тебе подарочек. Держи. Гости церемонии произнесли добрые слова напутствия и пожелали юным гражданам быть патриотами своей страны и беречь главный документ. Школьникам это волнующее событие запомнится на всю жизнь. Я очень рада, что я получила паспорт от главы в этом месте. Я очень рада, что первый раз получаю его. В память об этом знаковом в их жизни событии ребятам подарили книги о Славянском районе. Анна Монастыренко, Георгий Калинин. Программа «События».